Добрый день, дорогие наши подписчицы, дорогие наши телезрители и те, кто к нам только вот сегодня присоединился на этом канале. Мы сегодня сделаем небольшой обзор по нашим шубам, которые мы сегодня получили. Мы – это магазин Фурсини, который находится в 5-м павильоне, меха и кожи, рынок Садовод, 14 километров МКАДа, линия Г, 15, В16. Вот так выглядит наш магазин внешний, вот такая у нас шикарная красивая витрина. Вот такие шубки, которые мы все очень любим, норочка. Есть мужские шубы для наших мужчин, вот такие вот красотки яркие, классические, пожалуйста, короткие, длинные. Все сегодня вам будем показывать в нашем обзоре, рыси. Вот наш второй вход в наш огромный магазин, такой вот красивый, стеклянный. Покажем вам сегодня каракуль обязательно, как без него, потому что мы являемся единственными производителями. Конечно же, мы покажем в сегодняшнем обзоре наш любимый каракуль, которые, я повторяю, мы являемся единственными производителями и реализаторами на рынке Садовод. Также у нас куницы, вот такие шиншиллы у нас есть, рыси. Такой у нас красивый магазин, в котором мы вас ждем. Пожалуйста, девчонки, приходите, звоните, все мы вам, все наши данные, все мы вам оставим. Вот, все это будет, все это у вас есть. Пожалуйста, вот наш третий вход, вот такой наш красивый магазинчик. Так что, ну, а теперь пойдемте смотреть обзор, пошлите. Ну вот мы и внутри нашего прекрасного магазина. Я думаю, сейчас наш оператор покажет, какой у нас огромный магазин, как у нас много товара, как у нас много всего. И этот обзор мы сегодня приготовили для вас. Пожалуйста. Добрый день, дорогие наши девочки, дорогие наши подписчики. Я Любовь и мой коллега Алексей. Очень опять приятно с вами. Вот наша визитка, номер телефона. 8-926-585-25-41. Девчонки, звоните, пишите. Мы всегда рады вас видеть. Мы всегда отвечаем, мы всегда на связи. Кто приезжает к нам, звоните, мы вас встретим. Потому что Садовод рынок огромный, большой, да. И вы можете потеряться. Мы с удовольствием вас встретим, приведем в наш магазин. Все расскажем, покажем, дадим померить. Вот, приготовили сегодня для вас новую коллекцию, новые шубки. Повторы будут, которые мы продаем, которые получили. Уже у нас сезон идет в разгаре, уже на улице холодно. Вот. И начнем, наверное, мы сегодня с вот такой вот... с вот такой беленькой красоты мы начнем. Давай, приготовили, вот, Люба. Красивая шубка. Да. Эти модельки очень красивые девчонки. Вот очень это. Я их люблю. Посмотрите, какая красота. Здесь идет канадская норка, североамериканская. Капюшон огромный, красивый капюшон из соболя, девчонки. Это соболь, это не куница. Да, вот я подойду поближе. Посмотрите, какая интересная модель. Низ рваный, здесь рукав расширенный, красивый. Здесь идет паркетная выкладка на рукаве. Прям рукав такой широкий. Да, такой богатый, широкий, вот со всех сторон. Посмотрите, девчонки, у меня рост 1,68 м, размер 50. Вот посмотрите, эта шубка, она садится на 3 размера. Она садится на 46, 48, 50, 52. Потому даже 4 что, размера получается. Ну да, потому что здесь, вот смотрите, плечо такое, да, оно садится вот прямо хорошо. Оно, плечико здесь спущенный рукав и капюшончик тоже вот огромный. И здесь вот она... как балеточка. Вот красивая балетка с рваным низом. Цена такого изделия сейчас у нас скидкой 165 тысяч. А была сколько? А была 220. Девочки, вот на заметочку. 220 и 160. 60 тысяч скидочки на эту модельку. Следующую модельку мы покажем. Тоже мы начнем с таких вот моделей. Тоже наша любимая, моя любимая модель. Очень люблю такие модели. С рысями, с капюшонами, где с много куницей, где много есть окантовка с рыской, с соболем. Очень смотрится дорого, богато, красиво. Длина этого изделия у нас 80 сантиметров. Классно вообще. Да, шуба. Здесь смотрите, идет оторочка из рыси. Рысь очень такая хорошая, так пушистая. Добротная, с пятнышками, как вы вообще любите. Красивая. И такое кимоно красивое. Расход меха большой. Капюшончик, смотрите, какой. Да, вот сзади, со спины выложи. Вот, красиво смотрится. Ну, смотрите. Вот, девчонки, кимоно, рукав полный. Здесь полная длина рукава. Здесь идет тоже окантовка из рыси.
Здесь меховой пояс. Пояс можно снять, убрать. Здесь идут такие красивые у нас вот на защелке. Бочоночки такие, защелочки. Да, здесь вот клипсики. Тоже то можно... вся красота, она видна впереди. Можно вот посмотреть. Не скрывается. Вот сниму вот поясочек, чтобы вы посмотрели эту модель вот без пояса. Цена такой шубки 185 тысяч рублей. Девчонки, есть цвет черный, пастель и белый цвет. Тоже очень красиво смотрится. Самые классические цвета. И темный, и светлый, и вот такой вот нейтральный цвет. Огромный капюшон. Прямо вот рысь со спины. Пол шубы из рыси. Какой воротник получается. Красивая шубка. Следующая модель. Вдогоночку той белой, наверное, покажем эту желтенькую, которая у нас еще такая же модель. Причем, девочки, это все единичные модели, вот которую мы вам белую, с чего мы начали, вот это желтую, то есть их ограниченное количество, вот они есть, вы можете успеть, потому что потом вряд ли уже такие будут отшиваться. Да, эти модели мы берем с выставки, ездим на выставки и сразу забираем красивые модели, красивое для витрины, да, которые, чтобы у нас была витрина которые красивая. Нам нравятся, мы их там заказываем, покупаем, они в единичном экземпляре, так что, девчонки. То есть это без повтора. Вот никто в такой внимание. Же шубке вам навстречу не встретится. Желтенький цвет красивый, тоже капюшон большой из куницы, кобра капюшон. Здесь все закрывается, тоже здесь есть пуговичка. Тоже. Такое желтенькое пятно, яркое. Ну, столпы зимой вы будет, точно конечно, не видите. Конечно, будет выделяться. Такая модель красивая. Прям хочется оглянуться на эту шубку. Тоже да. Цена такой шубки 175 тысяч рублей. Тоже эта шубка стоила гораздо дороже. Больше 200. И перейдем, наверное, сейчас уже к другим мехам. Покажем вот такой. Наша любимая модель. Да. Да, мех. Это уже сейчас в этой шубе можно ходить. Смотрите, девчонки. Длина 130 сантиметров. Здесь такая идет полноценная шубка. Шубка из леопарда. Красивая шубка, вообще тоже низ такой интересный, обратите яркий внимание, принт такой, обратите красивый. Внимание, она вся рваная, там еще такие хвостики, лапки, да, хвостики. Лапки по низу, здесь тоже полный рукав, очень интересный, красивый капюшон, капюшон кобра, тоже вот здесь закрывается, здесь есть пуговичка, можно закрыть. На мне, шикарная шуба. На мне, девчонки, размер 56. Есть размеры все. Есть размеры от 46 до 58. Вот я специально одела большой размер, чтобы вы посмотрели, как она ложится хорошо. Она как пластик. Вот сейчас одеваю. Она тоненькая, да, легенькая, вот на улице, но такая, в то же время теплая. Да, да. Погода прохладная, можно уже ее одевать. Хотя уже и шубки носит. Вечером 0 градусов. Уже, кстати, градусов. Я уже на улице видел, да, уже я шубы. Уже одевала шубку, так что... Сейчас то есть уже как погода. Бы сезон открыла, Люба, да? Шубный. Для коротких шуб. Ничего, сейчас с каждым днем все больше и больше уже будет людей в шубах. Вот такую покажем. Да, вот у нас таких моделей не было, девчонки. Здесь идет поперечка 90 сантиметров длина. Размер на мне, сейчас уточню, размер на мне. Это будет 46 размер. Небольшой размерчик. Да, потому что я всегда рекламирую большие или свои размеры. А девчонки пишут, да, говорят у вас, что нету маленьких размеров. Ну, маленькую есть. Просто как-то показывать. Да, вот есть. Есть, девчонки, есть у нас размеры от 40 и выше. И все модели тоже есть прямые, есть... Плешоные, бочоночком, как хотите, все модели есть, девчонки. Кимоно, классика, летучие мыши. Вы все только есть. Нам пишите, звоните, мы одеваем любую все модель размеры. Любую на высоких, фигуру. На высоких, на маленьких, на низких девчонок. Так что. Очень часто девочки приходят, у меня нестандартная фигура. У меня вот фигура, мне шубы не идут, ничего. Потихонечку даем мерить, одеваем. Девчонки, все у нас так, получается, выходит красотки. 90 сантиметров. Здесь идет стойковоротник из чернобурки. Посмотрите, какая хорошая здесь чернобурочка. Она такая в серебро идет. Тоже окантовка на по рукавам. Тоже чернобурочка. Тоже чернобурка, тоже здесь такой, ну, такая ширина. Здесь большая ширина. 20 там. Да, очень симпатичная шубка. Здесь внутри кулисочка, тоже можно ее затянуть. Размеры есть все. Размеры есть до 56 в этой модели. 56, девочки. Да, цвет, цвета, модель. Сейчас скажу, цвет есть
черный, есть у нас в такой модели колотый лед. Белый. И он не белый, он такой, как такой чуть дымка, да. Дымка чуть темная. Вот я хочу показать вот этот цвет. Девчонки, здесь идет синий, темно-синий. Он больше так, как графиту цвет. Но очень красивая шубка. Красивый оттенок такого, да, синего. Он не то, что графит, он такой, да, в синеву красивый. Скандинавская норочка. Цена, а цена? Такой шубки у нас 78 тысяч. Девчонки, 78 тысяч модельная шуба. И, наверное, сейчас уже, так как уже короткие шубки уже пользуются спросом, сейчас у нас очень хорошо. Вот такие вот яркие модели. Это повтор. Мы такую уже продали. И привезли вот еще одну. Вот получили ее только вчера, девчонки, тоже. Вот смотрите, какая красивая, интересная. И цвет прямо в яркий. Вот. Терракотовые, они сейчас модные, кстати. Сразу улыбка, сразу сейчас, настроение. Кстати, модные эти цвета. Да, терракотовые, это... оранж. Да, да, конечно, у нас все цвета яркие, только модные. Потому что у нас, как бы, шубки не быстро мы продаем. Да. И у нас эта модель у нас не задерживается. Да, приходят длина... девчонки, раз одели, все, нравится, нравится. Длина 65 сантиметров, девчонки, объемом здесь 46-48 размер на мне. Здесь английский воротник, тоже здесь закрывается, вот крючок, можно сделать стоечку. Здесь полный рукав, здесь тоже съемный рукавчик. Трансформер там. Да, тоже можно под перчаточку, здесь кулиска. Очень такая, смотрите, комфортная, цвета. Классная шуба. Ну, таких моделей у нас цвета все есть. Черные, белые, серые, коричневые. Какой только придумайте, да. Цвет, все есть. И размеры тоже до 58 размера у нас есть в классических цветах. В таком цвете у нас только до 52. Цена шубки 85 тысяч рублей. И вслед за ней покажем тоже вот такую яркую красотку. Зеленого цвета. Оранжевый, зеленый, кстати, да, очень красивое сочетание. Цвет травы, тоже вот модный цвет в этом году, новый цвет. У нас они есть и длинные шубки, с капюшонами есть, и с добавочным мехом из куницы. Тоже в таком цвете у нас много есть шубы. Так, длина 65 сантиметров. Девчонки, здесь идет паркетная выкладка. Там была поперечная, здесь паркетная. Английский воротник, тоже все закрывается. Рукав длинный, на высокий рост. Эта модель тоже будет очень актуальна. Вот посмотрите, здесь тоже кулиска, как бомпер. Можно ее сделать курточкой. Вот как девчонки хотят, иногда говорят, мы не хотим шубку, хотим что-то... Курточный вариант. Вот, вот вам, пожалуйста, вам. Есть и курточный вариант. И тоже, ну, в этой модели цвета все. Черные, серые, коричневые, белые, пудра, жемчуг. Ну, все, что вот есть. Все, что придет цвета, вам в голову, все, что придет там в вашей фантазии, да. Все есть. Цена такой шубки у нас тоже 85 тысяч рублей. Девчонки, сегодня 85. Сегодня у нас очень хорошие цены. Мы делаем хорошие скидки. Потому что, ну, потому хотим, что мы хотим вас... вам угодить, да. Хотим чтобы вам угодить. Приходили и просим фабрикантов, чтобы нам цены не поднимали, чтобы и скидки делали. Мы до сих делали. Пор держим цены, да, еще. Держим, не поднимаем цены. Вот такую покажем нашу красавицу. Мы очень любим этот мех. Сальваджи он называется. Сальваджи Минг. Да, это такая моя любимая пушистая модель. Красивая. Я всегда говорю, когда я их одеваю, сама ношу такую шубку. У меня есть вот тоже длинная такая шуба, я ее очень люблю. Всех как подруг... он цвете, Люба? Ярком? Ну, яркая. Ярком люблю. Всех подруг одела своих. Они тоже все прямо довольны и любят, все радуются такими шубками, когда да. Одевают. Девчонки, я думаю, здесь шубкам длина, все радуются. Длина здесь у нас идет 125 сантиметров. Нет, 120. Вот на мне идет 48 размер, английский воротник, вот манжетик. Рукава смотрится можно... как куница, как мех куницы, очень красивый мех. Меховой пояс, здесь карманчики на магнитиках, тоже все вот закрывается. Вот посмотрите со спинки, как смотрится эта модель. Очень красивая, покупатели комфортная, да, очень. Любят этот цвет. Тоже вот можно поясочек убрать, может быть вот такая прямая шубка. Вот у нас вчера девочка купила, говорит,
Я хочу... Сколько перемерили, да. Не нравится, не нравится, потом все-таки одела, говорит, нет, говорит, это мое. Да, и вот без пояса, говорит, я буду ее носить без пояса. Говорит, она мне нравится, потому что она как оверсайз. На выход шуба, да, нужна была, вот такая вот. Цена шуба такой шубки 175 тысяч рублей. Девчонки, есть они у нас 130 в длине, есть с капюшоном, есть в длине 110. Там и цена уже будет тоже от длины, от размера у нас цены на такие. Цветовая гамма тоже разная, но мы постараемся в этой модели показать вот интересные какие есть цвета. Кроме черного-белого классического, ну это понятно, коричневые там, графитовые, мы покажем красивые вот такие вот оттенки, которые есть в этой модели. Да, это оттенок, он тоже идет под соболь, под куницу, новый цвет в этом году тоже, потому что все цвета... Такой холодный оттенок. Да. Пудры, цвета, пастели, они вот есть в разных оттенках. Вот этот мой тоже из любимых цветов. Вот посмотрите, как смотрится красиво. Здесь норка идет, тоже канадская, коротковорсная. Посмотрите, какая она вот ровненький, одинаковый мех. Вот я поближе к камере подошла, чтобы вот посмотрели, как ложится хорошо. Не видно, вот даже когда он не разваливается, мех, ничего. Распада, да, да, нету меха. Очень красивая шуба. И здесь идут тоже темные такие хребты. Она смотрится как деграде. Вот издалека, вот я смотрю, оно просто вот играет. С переходами, шубку, да. Да, красиво, очень такой цвет. Тоже длина есть, девчонки, есть 80 сантиметров, есть метровка, есть 1,10 м и 130 см. Кстати, мы сейчас 80 вам покажем, правда, в другом цвете, да, мы сейчас вам покажем. Да, покажи, вот тоже очень симпатичная шубка в такой длине. Цена такой шубки 175 тысяч рублей. Вот эта же модель, она есть в разных цветах, но будет покороче. Это уже автоледи, кому длинная шубка не нужна в таком красивом граффити. Ой, тоже такая приятная, мех такой хороший. Плюшевый, прямо плюшевый такой. Прямо такой легкий. Невесомые шубки сейчас делаю, девчонки, прямо вот одеваешь и радуешься. Думаешь, боже, какая красота. Шубка есть в шубках. Все ж таки для девочек, ну это да, есть красота, это есть статус. Это... И она теплая. Вот смотрите, длина 80 сантиметров. Тоже здесь манжетик. Манжетик такой, отворотик, рукавчик. Вот в этой длине. Тоже она... сейчас я ее сделаю. Вот воротник. Английский, здесь все закрывается, тоже карманчик, а здесь карманчики идут боковые. Вот здесь кулиска. Она просто вылезла, ничего, да, страшного. Да. Вот смотрите. Вот такая модель. Я хочу поближе показать этот цвет, цвет асфальта. Вот прямо такой серый, тоже канадская, коротковорсовая норочка. Посмотрите, девчонки, как со спины она смотрится, тоже мех весь играет. Красивая шубка. Есть размеры тоже цвета. Все есть, Люба? Размеры есть до 56-го. В такой модели. И цвет... В такой модели есть все цвета у нас. И светлые, темные, да, классические, все есть. Это есть, мы вам показали, как графит. В скандинавской норке тоже они у нас есть. Это я показала канадскую, а в скандинавке тоже. Цена там будет... В канадской она выше 100, а в скандинавской до 100. Будет до 100. От 70 там тоже... Там 85-90, да, где-то так. Зависит все от размера, от расхода меха. Потому что девчонки иногда говорят, почему такая цена. Все, девчонки, идет от размера, от расхода, меха, от категории, конечно, меха. Потому что бывают вот летучки, есть она не объемная, меньше объемчик, там она будет подешевле. А есть большой объем, там больше расхода. Меха. Вот покажем такое вот кимоно. Я думала, летучку-то сразу. Летучку меня... сейчас покажем. Вот шубка из крестовки. Здесь очень-очень красивая крестовка. Очень много темного. Вот прямо такой. Обычно красивый, крестовка, да, больше светлого. Да, а здесь она больше имеет черной иголочки. Тоже моделька красивая. Вот здесь идет такой шапочный. Светлый капюшончик, да, аккуратненький. И такой шапочный, который тоже не сваливается. Он держится на голове, вот удобно. Можно отворот делать, а можно просто вот так носить, капора, кто как любит. Вот, посмотрите, девчонки, здесь тоже длина идет у нас 80 сантиметров. Здесь полноценный рукавчик уже, да, идет. Да, полноценный, и здесь идет рукавчик, сделанный по поперечной выкладке.
Здесь вся в распуске. Кто не любит поперечку, кто не любит паркеты, вот шубка вам в распуск. Здесь тоже кулиска внутри. Ой, снизу кулисочка, внутри тоже идет кулиска. И размер такой хороший, я смотрю, да, Люба? Да, здесь размер 56, на мне... наверное, 54-56. Сейчас я скажу, да, на мне размер 54-56, 130 объем. Девчонки, шубки у нас идут по объему. 130 объем, по это груди. Будет 54-й размер. Всегда вот шубы пишут только объем. Вот крестовка, вот красивая цена такой шубки у нас 115 тысяч рублей. И сейчас мы покажем летучую мышь, там где вот расход меха большой. То, что Люба говорила. Тоже в крестовке в таком цвете. Давай, Люба. Вот тут вы сейчас увидите, вроде бы короткая шуба. В нашем магазине можно оформить кредит, рассрочку. Пишите нам, девчонки с региона, можете звонить. Мы по видео показываем все модельки. Передаем с деком, передаем автобусами, передаем почтой. Чем вам вот, удобно. Чем удобно, всем мы передаем. Смотрим, показываем шубки, видео. Видео сейчас связь такая да. доступная, что можно все показать, все померить. Можете тоже мерочки нам скидывать. И мы вот... С любого региона да, России, объем девчонки. Груди, объем бедер. И мы вам все, все подберем. И мы вам все подбираем. Покажем модели. Передаем шубку. Буквально у вас недавно на шубку уехала в Новосибирск. Представьте, аж оттуда. Вот, девочка позвонила, подобрали ей шубку. И все, шубка уехала. Девочка написала, довольно получила уже. Вот смотрите, вот. Летучая мышь. Здесь идет летучая мышь. Она идет, вот рукав идет прямо снизу. Вот как летучки. Но вот она очень... удобная, потому что здесь идет большой расход меха. Когда она поуже, тогда она и тянет. Сковывает да, движение. А да. здесь она не сковывает. Вот посмотрите, какая интересная модель. Вот в крестовке. В крестовке, девчонки, у нас моделей не было летучек. У нас всегда были там разные в белом, цвета. В да. черном. А крестовка как-то что-то не отшивали. Сейчас а сейчас опять пошла в моду. Опять оно красиво, белый цвет. Вот с такими черными переходами. И цена очень хорошая. Цена этой шубки у нас 120 тысяч рублей. Светлой, нарядной, красивой. И крестовка, чтобы вы понимали, самая теплая из норок. Кстати, вот, я этого не знала. Да, Люба вот сказала. Теплая, очень теплый мех крестовки. Здесь очень густой, теплый такой подпушек, который смотрите, он какой греет. Расход. Какая шуба. Сколько меха. Видите, это вот все темненько, это все спиночки. Так, следующую мы, наверное, Люба, покажем яркую вот такую, которую получили. Такой цвет вина. Да, бургунди. Красивый, бургунди, да. Цвет. Вот модель у нас идет 110 длина, паркетная выкладка. Здесь капюшончик из енота. Вот енот прямо такое сочетание. Красивая тонировка он енота. Темнее, да, намного. А цвет вот тоже такой приглушенный, но яркий. Цвет. Нет, очень красиво, очень красиво. Я хочу закрыть, потому что вы посмотрели, здесь можно сделать с капюшоном, можно сделать красивый воротник, который кажется вот даже маленький, потому что иногда думаю, ой, большой капюшон, он дает объем. Нет, вот сделали аккуратный воротничок. И все. И здесь тоже паркетная выкладка, прямой рукав. Рукав идет в распуск. Обратите внимание, здесь тоже съемный рукавчик. Можно, девчонки, иногда помодничать. Под высокую перчаточку, тогда шубка, когда вот рукавчик снимаешь, шубка облегчается, она так смотрится более не такой, да, массивной, полегче. Длина 110, я сказала, размер на мне тоже, девчонки, на мне размер идет 56. Цена такой шубки у нас 135 тысяч рублей. Длинная шуба, девочки, основательная длинная шуба 135 тысяч, смотрите. Красотка. Цвета в такой модели есть красивые, яркие цвета. Есть изумруди, есть розовый цвет, голубая, лавандовый есть. Лаванда и желтый цвет. И на капюшоне будет чернобурка, либо же енот. Вот я хочу показать поближе. Вот енотик, какой он рассыпчатый, такой красивый, прямо такой. Играет, дышит, да, переливается. Дышит. Вот, вся шубка играет. Классная вообще шуба. И покажем следующую яркую, вот. Давно мы вот такую вот
след за это, за этим бордо. Вот такой вот красивый чернильный цвет. И здесь тоже капюшон из куницы. Тоже красивое сочетание. Темная куница и цвет сирени такой прямо насыщенный сирень. Вот я всегда, когда одеваю такие красивые шубки, говорю, боже, как она будет красиво смотреться на снегу, на улице. Когда вот здесь много шуб, ну как-то все равно вся они красивые, да, но не так, ну, не так она выделяется красиво, как она на улице, когда ты идешь вот в такой красоте. Да. Вот смотрите, сочетание какое красивое. Здесь тоже капюшон кобра, паркетная выкладка, длина изделия 110 сантиметров, полный рукав. Девчонки, сегодня все показываю, рукава прямо все длинные, на высокий рост, на рост от метра. И 175, да, и 180 и даже подойдет. Метр, да, 180 подойдет, потому что длина рукава очень хорошая. Полноценная. Потому что иногда вот приходят девчонки, высокие девчонки и хотят, да, полный рукав. Да, в шубах у нас много с полноценным рукавом. Тоже паркетная выкладка. Цена такой шубки у нас 135 тысяч рублей. Очень хорошая цена. Вообще замечательная цена для длинной шубы и капюшон из куницы. Так, покажем, наверное, автоледи мы здесь получили. Ой, получили красивые. Очень красивые. Давайте. Красивые. Любо, вот с такой начнем. С пудрового оттенка. Девчонки, они... Кто не хочет летучую мышь, кто не хочет кимоно. Вот, а хотят короткую шубку. Красивые тем, что они яркие, очень хорошая цена. Яркие мы сейчас покажем, еще продолжение, да. Да-да, а то я уже смотрю на них и уже говорю, что яркие. Одеваю пудру. Девчонки, здесь на мне длина 80 сантиметров и хороший размер. Вот, классическая модель, прямая здесь, капюшон, шапочка. Ничего лишнего, классика. Да, вот тоже можно его сделать воротничком. Можно сделать. До этого эти модели, кстати, шли только в классических цветах, в черных, в коричневых. Да, а сейчас вот мы заказали, пожалуйста, яркие цвета, ну, пока я одеваю пудру, опять повторюсь. Ярким сейчас дойдем. Цена такой шубки, мне нравится, здесь цена очень хорошая. Сколько, Люба? 80 тысяч рублей. 80 тысяч, ребят, посмотрите, девочки, девчонки, шубка сделана в распуск, полный. Все, что надо, прикрыто. Да, длинный, полный рукав здесь. Здесь идет кулисочка, здесь идут по бокам тоже такие небольшие маленькие разрезки. Такие, да. Вот так, для удобства вот, да, в машине, чтобы присаживаться. Вот капюшончик тоже одеваю, не сваливается, хороший капюшон. Размеры есть до 54-го. Такой модельки, вот ее можно без пояса. Красивая, симпатичная, удобная такая. Классическая, сейчас, да, светленькая. Вот, похолодало, можно уже такую шубку одевать. И следующая шубка, которую так Люба много говорила, про яркие. Вот мы пойдем в яркие. Вот что такая мне, яркая. Я очень люблю, да, вот эту кораллый про яркую, цвет, да, красивый. Одевали пудровую. Вот она и есть яркая. Вот, вот какая вот яркая. Смотрите, девчонки, вот какая красота все ж таки. Здесь, да, тоже она вся в распуск. Здесь идет кобра капюшон, очень красивый капюшон, такой большой, объемный. Да, можно его выложить красиво. Вот здесь тоже. Не, классная шуба. Да, меховой пояс. Я сейчас смотрю, классная. Мех красиво уложен, ровненький весь такой. Такая мимимишная. Вот я одену капюшончик. Смотрите, девочки, как смотрится. Девчонки, а на вот 44, 46, 48 вот эти модели вообще изумительно смотрятся. У меня размер 50, ну, лучше она без пояса, наверное, смотрится. Ну, маленькая не смотрится шубка. Нет, она не маленькая смотрится. Классно. Ну, просто поясочек, девчонки, когда после 50 размера не хотят. Но мне нравится пояс тоже. Ничего. И теплее, и красиво тоже. Почему бы нет? Тоже есть чуть-чуть талия. Свои, у нас. Да. Так, еще одна яркая, вслед за этой яркой. Да, сирень, вот такой нежный прямо, такой очень приятный цвет, цвет нежной такой сирени. Тоже длина, девчонки, 80 сантиметров, тоже здесь идет кобра капюшончик. Но я хочу их в цветах показать, потому что первый раз мы заказали в распуске вот классическую модель классическую в таких цветах, да, в ярких рискнули цветах. Из-за этого я хочу их одеть. Мы всегда одну меряем модель, потом говорим, есть цвета. А вот здесь я хотела прямо показать вот эти чтобы цвета. Чтобы девочки сами увидели, да, цвета. Чтобы вы посмотрели, как она смотрится
Вот и цена хорошо, хорошая цена тоже этой шубки. Сколько у нас. Либо? Вот сейчас скажу, цена 95 тысяч рублей. В распуске огромный капюшон, кобра капюшон, тоже здесь закрывается, полноценный рукав, меховой пояс. Здесь очень хорошая шубка. Здесь мех скандинавский, но очень хороший, теплый. Ну он красивый мех. Прямо такой красивый, не знаю, набитая норка. Она, девчонки, очень теплая эта норочка. Очень хорошо носится. Она не коротковорсовая, но она имеет очень красивый вид. Сейчас я бы показала, Алексей. Каракуль. Мы на этой неделе много продавали каракуля за эти праздничные дни. Там даже девочки доставки приходили, делали, даже доставки делали. Тоже по ролику показывали и девчонкам возили каракуль. С коротенького каракуль. Начнем, да. Девочки всем, довольны все. Вот. Всем угодили. Каракуль так, что... только у нас. Я опять же хочу повториться, у нас своя линия производства каракуля. Чуть-чуть. На садоводе мы только мы занимаемся каракуль. Вот такая, с такой курточки начнем, которая уже вот сейчас. Вы ее можете приобрести и в ней уже идти модничать. Красивая модель. Здесь шанелька, рукавчик такой укороченный. Длина изделия у нас 80 сантиметров. Цвет красивый, девчонки, такой песок. Цвет желтого песка. Он с такими легкими переходами. От светлого к темному. Вот здесь вот темненько как-то переливается. Со спины красиво. Здесь красивый подбор. Цена такой шубки у нас 75 тысяч рублей. В каракульче. Девчонки, размеры есть у нас такой модели до 54-го. А если заинтересует такая шубка, то мы делаем каракуль тоже на заказ. Следующую так, модель из каракуля я бы показала. Вот коричневую, да, коричневую, которую мы давно получили. У нас не было коричневых. Да, вот. В основном серые показывали, черные, оливу показывали. А вот вчера только получили, девчонки, тоже интересный цвет. Такой цвет... Вот переходы идут, здесь деграде мы называем этот цвет, темные крыжем с переходом, здесь красивый тоже капюшончик мягкий, девчонки, чтобы вы не переживали, что каракуль у нас твердый, он мягенький, да, он не жесткий, ничего, он у нас очень красивый, это я одела каракульчук, вот посмотрите, длина изделия у нас 90 сантиметров, здесь идет тоже полноценный рукав, но рукав такой идет винтажный какой-то, винтажный, красивый, красиво такой. Смотрится. Вот. Необычный рукав. Я подойду рукав. Поближе, чтобы вы посмотрели. Красивый подбор меха. Шубка, размер на мне 50-52. Цена такой шубы 85 тысяч рублей. Тоже размерчики есть до 54 размера. Вот эта модель, она тоже садится на 2-3 размера. Она садится на 46-48. На 50-52 соответственно. И теперь покажем мы нашу любимую каракульчье шубу. Которая это опять... шуба роскошь такая. Которую... Они у нас продаются, поэтому мы их показываем, поэтому мы как бы освежаем ваши памяти, напоминаем. Эти у нас очень любят женщины, вот эти вот шубы. Это они у нас полный клёш. Здесь идет стойка, красивая стойка вот из песца, и рукав манжет тоже из песца. Я так всегда эти шубы называю царские шубки. Они прямо как мантии, вот такие царские. Вот. Клёш. Она легкая, невесомая. Девчонки, вообще невесомая шубка. Здесь очень хорошее такое мягко ложится плечо. Вот. Тоже рукав длинный. Вот посмотрите. Вот я стану боком, так, чтобы вы ее рассмотрели. Здесь размеры. Вот. У меня 50 размер. Вот посмотрите, как сидит на 50-м. Плечо размере. Как красиво с наделением плеча. Плечо сидит, вот прямо село. И эта шубка садится до 62-го, потому что вот расход. Она просто будет меньше иметь... Там поместитесь, да, полностью все. Меньше клёш будет. Она будет иметь, ну, такие легкие фалдочки. Фалдочки, да. Цена такой шубки у нас... 135 тысяч рублей. Мне дорого 135 за такую роскошь. Я бы хотела сразу показать, кем мы получили. Понча. Понча из каракульчи коричневая. Вот оно. Вот. Сейчас покажем. Мы показывали черное. Вот в предыдущем предыдущих выпуске. У нас, да, были, да, черные. А вот сейчас мы получили коричневый такой шоколад. Оно тоже очень редко бывает в таком цвете, в шоколадном. Очень мало. В основном, да, серый, оливковый, в основном черные тона. Конча очень тоже красивая. Здесь опажик, воротник. Здесь окантовка вся идет
по нижней поле, вот посмотрите. Смотрите, сколько. Вот окантовка из песца, вот такие боковые, вот как разрезики, ну пончик. То, девчонки, кто носил понча, он понимает, без размера. Что такое. Оно тоже безразмерное, тоже красота. И здесь очень красивый подбор. Просто завиточек красивый. Это все шубы индивидуальные, они не повторяются. Очень вот подбор классно. Я хочу поближе, чтобы вот посмотрели рисунок, потому что каракульча, она только ценится в рисунке, в завиточке. Каракуль, он идет подешевле, каракульча, она идет подороже. Каракульча у нас такая стоит 135 тысяч рублей, девчонки. Так, ну и перейдем к норке, Люба. Давай, потом перейдем, еще покажем. Еще. Я хотела показать вот летучки, которые мы получили. Вот эти вот. А, давай, покажем. А, или давай летучки покажем с чернобуркой. Мы очень... Да, кимоно мы очень красивые, удобные получили. Да, это мы получили часто... просто их удлиненные, 80... Ну, 80 они обычно 70-75 сантиметров, а это именно вот такие добротные получили. Только получили, хотела быстренько тоже их одеть, показать здесь красивый капюшон из чернобурки. Чернобурка серебристая такая, очень яркая здесь тоже цвет, темность. Темно-синий, прямо такой приглушенный цвет. Здесь идет норочка скандинавская. Здесь внутри поясочек кожаный у нас идет. Ну, там здесь можно тоже пояс вытащить, можно без пояса эту тоже модель. Закрывается эта модель. Такая зима-зима шуба. Классно. Рукавичка. Цена такой шубки у нас 95 тысяч рублей. Такой же мы получили. Беленькую. Мы сейчас покажем, Люба. Сейчас мы покажем эти все три штучки, которые мы их получили. Потому что очень часто девочки приходят, говорят, летучая мышь, там кимоно неудобно. Именно вот это лекало, то, что мы получили, оно очень удобно. У нас девочки мерили, и Люба сама мерила, говорит, очень комфортно, очень удобно. И за рулем, и в транспорте, здесь идет кимоно, кимоношка такая в распуске. Здесь другая моделька, здесь была паркетной выкладки, а здесь идет в распуске. Белая шубка, девчонки, тоже прямо красиво смотрится чернобурка с белой норкой. Вообще красота. Здесь прямая, здесь тоже идут внутри кулисочка, прямой рукавчик в распуск, капюшон вот красивый такой, объемный. Вот я подойду. Сзади очень красиво смотрится со спины. Шубка в распуск. Цена такой шубки у нас 95 тысяч рублей. Цвета есть черные, есть цветные, есть яркие, с яркой чернобуркой. Именно в этой модели, которая идет в распуск. Очень такая удобная, уютная, красивая и недорого. Вообще недорого. До 100 тысяч получите вот такую красивую шубку. И вслед за этим покажем еще одну белую. То, белую что красивую паркетом, тоже получили. Да. Вот тоже с чернобуркой. Они у нас продаются, девчонки, потому что здесь хорошая длина и вот хороший объем летучей мыши, много меха, что-то у нас там запуталось. А, вот большой, тоже красивый такой, большой объемный капюшон. Уже я ее застегну, вот посмотрите. И цена хорошая, 95 тысяч рублей в этой шубке. Длина 80 сантиметров. Это шубка. Все прикрыто. Вот. Удобно для машины, автоледи такая моделька. С юбкой, с брюками, с лосинами, с чем угодно. Паркетная выкладка, как обычно. Очень все уютная, закрывает. Очень такая. Нигде я так смотрю, не сковывает движение, ничего. Ничего не поднимается, как обычно говорят, летучих мышек все приподнимается. Не, сейчас здесь вот все сделано лекало очень, отработанное, да, хорошо. Хорошие лекала. Есть модельки, которые... Они короткие летучки, и вот да, если идет рука снизу прямо, они чуть-чуть приподнимаются. Когда руки поднимаете, да, то и сама шуба приподнимается. А в этой модели вообще ничего не поднимается, все красиво, все удобно. Так, следующую, наверное, нужно показать нам что-то подлиннее. Еще мы покажем нашу вот классическую такую белую шубку. Классно, мехи в канадском. Вот, Люба, пожалуйста. Вот. Здесь такая роскошь. Канадская норка, три пластины, английский воротник. Здесь длина 110 сантиметров. Меховой поясочек. Меховой вот поясочек, есть, да. Здесь тоже она закрывается, девчонки, вот здесь. Крючок есть, можно сделать опажик воротник. Размер на мне 50.
полный рукав. Здесь тоже кулиса есть. Здесь по бокам идут боковые разрезы. Но разрезы сейчас еще на наметочке. Потом, когда вы ее купите, зафиксированные мы просто. Потом убираем. Можете открыть. Да, можно их открыть. Цена такой шубки 165 тысяч рублей. Такие шубки есть в пастели, в черном цвете, в граффити, есть в голубом цвете. Голубом. Мы сейчас покажем голубом. Тоже в голубом же получили, Люба. Сейчас мы покажем в голубом цвете. Чтобы девочки увидели. Вот нас. Здесь мы получили в голубом. Это граффит. Такой более граффит. Он темно-голубой, светлый, да. Граффит такой цвет. Здесь идет скандинавская норка. Там мы показывали канадскую, а здесь она будет подлиннее. Здесь длина 130. Здесь тоже английский воротник. 4 пластины, меховой пояс. Вот хорошая шубка. Тоже английский воротник, который здесь закрывается. Делается опажик. Девчонки, здесь идет скандинавка, но здесь очень хороший, хорошая. Мех, очень хороший, достойный вот, мех. Смотрите, вот какой мех, какой подпушек хороший. Здесь тоже идут у нас боковые разрезы в этой модельке. Тоже они все зафиксированы. Здесь боковой карманчик. Цена такой шубки. Очень хорошая цена. Цена 105 тысяч рублей. Девчонки, за длинную шубу, за длинную, основательную 105 тысяч девочек. 130 длина. Тоже она это какая-то акция у нас, Люба, да, идет? Нет, это новая шубка. А это такая получили. Цена новая? Это у нас... Понятно. Да, есть голубой цвет, 130 длине, тоже такая же цена. А размеры до 54-го, таких модельках. Следующую покажем. А вот тоже это. Получили очень красивую шубку, цвет... Такой изумруд. Ну, темно-темный изумруд. Красивый такой. Тоже. Здесь идет канадская норка. Капюшон. Чуть-чуть. В том не успеваю, да. Показывать. Хочется все показать. Да. Давайте чуть-чуть. Вот, девчонки, вот красивый. Хотела показать красивый капюшон. Здесь капюшон идет кобра. Но он очень красиво сделан. Здесь идет поперечная выкладка по капюшоне. Вот обратите внимание, как он красиво ложится. Она в распуске. Это самая, ну, такая красивая работа. Красиво смотрится шубка в распуске. Потому что она как одно цельное полотно. Вот обратите внимание, какая шикарная шубка. Очень тоже красиво. По бокам, боковые. Вот по бокам разрезики идут. Длина такой шубки у нас 130. Объем 52 размер на мне. Тоже здесь воротник можно сделать. Вот пуговичка красиво вот такой закрывается. Делается. Да, воротничок. Шея все закрыта, пожалуйста. Цвет очень такой красивый. Вот подойду ближе, чтобы посмотрели, какая хорошая норочка. Мягкая. Красивая такая очень шубка. Удобная, красивая шубка. Цена такой шубки 165 тысяч рублей всего лишь. Недорого. Вот смотрите, какой капюшон. Рублей. Ну что? Что? На этом наш обзор уже, к сожалению, подошел к концу. Будем мы прощаться, девочки. Мы вас ждем. Каждый день мы работаем без выходных, без перерывов. Пожалуйста, звоните. Люба телефон вам дала. Пишите. Будем рады вам подобрать шубку. Пожалуйста, Люба. До свидания, девчонки. До новых встреч. Ждем вас в нашем магазине. Мой номер телефона, еще раз повторю, 8-926-585-25-41. Пока-пока. Всего доброго. До свидания, девчонки.